Маша и Настя Толмачевы. Украины подружились. Потому что Украина, мальчик очень такой зажигательный, очень такой хороший, добрый и хорошо поет. Еще мы подружились с Беларусь. Он тоже очень веселый мальчик. Хороший, добрый. Он на втором месте. И с огромным отрывом, нечеловеческим отрывом, 154 балла. На первое место выходит Россия. Эту ничего на свете лучше нет. Вообще бабушке очень интересно наши песни слушать. Вообще, да, бабушке больше интереснее, потому что если мы говорим: бабушка, иди посмотри там наш танец, она говорит: ну хорошо, пойдемте посмотрим. Она посмотрит, потом пойдет на кухню. Нам очень нравится, когда фотоаппарат нас фотографирует, очень много вспышек разных. Нам очень нравится, когда нас снимают на камеру. Мы очень любим, знаете, так вот, как-нибудь, да, покривляться любим. Любим давать интервью, нам нравится, и автографы. Вы когда начали петь вообще? Мы начали петь с 4 лет. С 4 лет? Да. Боже мой, и с чего вы начали петь? Мы услышали вас по телевизору. Меня? Да, и стали вам подпевать. Да вы что? Ну, не сворачивай никуда. Трудитесь, мои дорогие. Не гордитесь и задирайте нос. Ну, мы, наверное, вот все рады нас встретить. Мы всегда выходим, там, знаете, вот приехали мы уже к себе домой. Мы все, дедушка нас всегда встречает. Вот, он говорит: молодцы. А бабушка дома сидит. Дома сидит? Да. Ну, дедушка нас встречает, мы приходим домой.
А бабушка пока покушает, готовит по-домашнему. Ой, а что вы ждете, что нам? Мы очень любим голубцы, есть и котлетки. А чего тебе жалко? Очень жалко расставаться. Но ты же еще вернешься? Вернусь. А когда, как ты думаешь, как скоро? Мне кажется, через 3-2 недели. А ты когда приедешь в Москву, ты что сделаешь в первую очередь? В первую очередь от всех поцелую, подниму. На родной земле. Приветствую. Маш, поди аккуратно, Маш. Здравствуйте.